Вітаю вас, поважаные пятиклассники! Тема нашей сегодняшней встречи – складанные сказы с двумя головными членами в каждой частке. Коска помеж частками в складанном сказе. Мы попробуем сегодня с вами найти отказы на наступные питания. Який сказ называется складанным? От чего залежит? Кольки часток у складанном сказе? При допомозе яких сродков сувязи могут случаться частки складанного сказа? И какие знаки припинку ставятся помеж частками складанного сказа? Как мы знайшли отказы на поставленные питания, давайте звернемся до сказа. Ваша задача – знайти грамматичную основу в кожном сказе. Але до речи, давайте вспомним, что является грамматичной основой. Правильно, грамматичная основа – это сполучение дейника и выказника. У сказе «Пришла на землю теплая золотистая осень» грамматичная основа одна. Осень пришла, значит, это простый сказ. А у сказе «Учора лес жив буденным життем, а сегодня кожной бярозцы в осень запляла укосы по золотой стужце» две грамматичные основы. «Лес жил, в осень запляла». Так и сказ называется складанным. Таким чином, складанный сказ – это сказ, у яким две и больше грамматичных основ. А теперь давайте высветлим, как можно вызначить, кольки часток у складанном сказе. Как отказать на это питание, давайте подкреслим у сказе грамматичные основы. Над опустелыми полями гулял ветер, низкие хмарки имкливо свешались в бок лесу. Первая грамматичная основа «ветер гулял», другая «хмарки спешались». У данном сказе две грамматичные основы, значит, две частки. А у сказе «У день еще светило солнце, пустое поле застилала смуга, а у леси на прогалах ледорух еще попадались где-нибудь боровики, желтляво-белые под низом и небы поколупанные нечем сверху» три грамматичные основы «Солнце светило, смуга застилала, боровики попадались». Три грамматичные основы, значит, три частки. Зробите, коли ласка, выснову. От чего залежит колькость часток у складанном сказе? Так, правильно, от колькости грамматичных основ у сказе. Запомните, у складанном сказе столько часток, кольки грамматичных основ. А теперь давайте попробуем знайти отказ на наступное питание. А как же связываются частки у складанном сказе? Давайте разглядим это на прикладах. У сказе «Глядела понура осенняя ночь, ветер холодный летал над полями» две грамматичные основы, а значит две частки, и связаны они интонацией. А у сказе «Уже яблоки сняли, и огороды опустили, и лес распранается» три грамматичные основы, значит три частки, и связаны они при допомозе интонации, перелечения и злучников. А у сказе «Солнце еще не зайшло, а на блакитном небе уже з'явился бледный месяц» грамматичные основы «Солнце не зайшло, месяц з'явился» связаны интонацией супроспоставления и злучником. Таким чином, частки складанного сказа могут связываться без злучников и с допомогой злучников «и», «а», «але», «кали», «что» и інших. У складанных сказах могут ставиться разные знаки припинку и «коска», и «протяжник», и «двукроп'є», и «кроп».
кубка с коской, але у пятым класе мы будем разглядать только такие сказы, у яких ставятся коски. Раніцы на траве лежал рэдкі іней. Взлятались до лесного домика сороки и сойки, а бэзавы куст яганка блішчэў темно-зеленым листьем. У сказе три частки. Першая и другая частки злучены при допомозе интонации, и на письме мы поставили коску. Другая и третья частки злучены при допомозе интонации и злучника А, и на письме мы так само поставили коску. При постановке знаков припынку помните наступное. Поміж частками складанага сказа ставится коска. Какие умовные обозначения выкарыстовываются при побудове схем складанных сказов? Запомните, коли в складанном сказе частки равноправные, это значит одна не залежит от другой, то на схеме везде частки берутся в квадратные дужки. Например, над головой плыли дробные светло-зеленые листы, поміж их просвечивало небо, шерое, затянутое в облаками. У сказе две частки, и яны не залежать одна от другой. Гэта значит, схема с гэтага сказа будет выглядать так. Калі у складаным сказе одна частка залежить от другой, то залежная частка обозначается на схеме круглыми дужками. Например, ветер дзьмуў так, что дрэвы гнуліся до земли. У дадзеным сказе от первой частки до другой можно поставить питание «як». Значит, другая частка з'являється доданой, бо до яе ставится питание. И схема будет выглядеть уже наступным чином. И еще один момент. Хотелось бы звернуть увагу, як робится синтаксичный разбор складанного сказа. Разглядим это на пропонованном сказе. Солнце еще не зайшло, а на блакитном небе уже з'явился бледный месяц. Сказ складается из двух часток. Грамматичная основа первой – солнце не зайшло. Другой частки – месяц з'явился. Частки связаны при допомозе интонации супрацьпастаўлення и злучника А. Поміж частками ставим коску. Разбираем первую частку. Не зайшло – коли, еще – околичность. Вызначаем доданные члены у другой частцы. Месяц – які, бледный – означение. З'явился те – на небе – околичность. З'явился коли – уже – так сама околичность. Небе – яким – блакитным – означение. Вось так выглядая в устный письмовый разбор складанного сказа. Думается, мы плённо попрацевали с вами и знайшли отказы на поставленные на початку сустречи пытания. Мы ведаем, какие сказы называются складанными, от чего залежит колькость часток у складанных сказах, при допомозе яких сродков связываются частки у складанном сказе, и какие знаки припынку ставятся поміж частками у складанных сказах. Я спадзяюся, что складанные сказы будут узбагачать ваше маўленне. А калі давядзецца оформлять гэтыя сказы на письме, вы будете рабіць гэта беспамылкова. А я развітваюся с вами. До новых сустрэч!